Здравствуйте, друзья! Нахожусь в студенческом парке ДГТУ. В прошлом году я тут ходил с инвалидом-колясочником Денисом Лосевым. Потом мы осматривали этот парк с депутатом Колесниковым. Депутат делал депутатские запросы. И вот спустя полгода я вижу, что тут идут какие-то работы. Сняли асфальт и вот тут, видимо, трубу проложили, тут песок с края. Сейчас мы пойдем дальше по парку и посмотрим, что там еще делают. Вот, значит, я нахожусь в середине парка. Здесь работает трактор. И вот он выкопал какую-то траншею, там уже песком засыпали. И вот это заасфальтируют потом. Здесь уже какой-то пандус готовят. А вот за эту дорожку не принимались, и как мне пришел ответ, планируют ее отремонтировать до 25 года. К сожалению, это очень поздно, потому что эта дорожка маленькая, путь кратчайший, и приходится обходить, если получится. Но не всегда получается, я показывал почему. Так, здесь парковку так и не убрали. Это сотрудники института радиосвязи оставляют машины. И нельзя тут пройти. Зато начали делать новый пандус. Новый пандус, он не такой крутой, как старый. Уже получше немножко, но все равно, я боюсь, угол будет достаточно большим. Но посмотрим, как сделают. Друзья, это второй пандус внизу делают. Вот он будет сюда идти, он будет длиннее, чем старый. А вот этот пандус относится к РЖД. Мы знаем, что его пытались улучшить, переложить плитку, но он до сих пор не нормативный. Слишком большой уклон здесь для инвалидов.